Привет. Рубрика «Спрашивали, отвечаю». Вопрос был, как играть бенды на вдох. Бенды на вдох у нас есть на первом полтона, на втором полтона тон, на третьем полтона тон полтора, на четвертом полтона, на пятом нету, на шестом полтона. Бенды — это такая индивидуальная штука, что не все преподаватели могут объяснить ученикам правильно, понятно, доходчиво, чтобы у них сразу, получается, стали бенды. Я не претендую на роль учителя, я просто поделюсь своим опытом, расскажу, как у меня входят они, эти бенды. Итак, для начала нам нужно научиться попадать в одиночные отверстия, играя чистые ноты. Для этого нам нужно сделать резонатор во рту. Делается это следующим образом. Делаем, как будто зеваем, зевок, произнося букву О. При этом все во рту, все расширяется, небо поднимается, язык опускается. Зеваем, произнося звук О, фиксируем это положение. И для того, чтобы сыграть чистую ноту, в этом положении нужно произносить звук А. То есть получается дифтонг. Мы делаем рот, как будто произносим букву О, а на самом деле произносим букву А. Получается чистая нота. Если же мы будем произносить не букву А, а другие гласные И, О, У, тогда мы будем получать вот эти наши бенды. По крайней мере, у меня это так получается. Самый низкий бенд звучит на У. То есть на втором отверстии у нас есть два бенда, есть полутоновый и тоновый. Выпадает не У низкий, а И выпадает. То есть А, О, У. Все играется в базовом положении. Зевок со звуком О фиксируем и произносим А, О, У на втором отверстии. На первом отверстии у нас только один полутоновый бенд, поэтому выпадают сразу и О, остается только У. Играем АУ, АУ. Такая же ситуация у нас на четвертом и на шестом отверстии. Там только один полутоновый бенд, поэтому АУ, АУ. Вот, в принципе, и все. Все просто. Так это получается у меня. Тренируйтесь. Играйте мелодии, где есть какой-то один бенд. И вы по мелодии можете слышать, хорошо он звучит или нет. Можно тренироваться с тюнером. Кто-то говорит, не стоит этого делать. Все очень индивидуально. Тренируйтесь, пробуйте разные техники. На самом деле у меня самого до сих пор не все прекрасно получается. Иногда есть какие-то нотные последовательности, где эти бенды вообще не попадают, звучат, гнусавят. И как я сказал, все зависит от гармошки. Вот, скажем, на низких гармошках. У меня есть низкая ре. Очень много воздуха нужно, скажем, на низких отверстиях. Вот на первом отверстии вообще не могу бенд взять. Нужно очень много воздуха, то есть не хватает камеры. Или, скажем, вот на зайдале гармошка из коробки, не кастомизированная. Бенды второе, третье отверстие тоже гнусаво звучат. Вот на ля гармошке Honor лучше всего у меня они получаются. Базовое положение очень важно. Второе — А, чистая нота. И, О, У. На
самом деле нету никакого универсального средства, что вам скажут, делай так, и все получится. Нужно самому искать, это ваше личное положение. Нужно изменять положение языка, его держать глубоко, может быть, поднимать заднюю часть, кончик языка ближе к зубам, дальше нёбо поднимать, опускать, тоже очень влияет. Ищите, тренируйтесь, и у вас все обязательно получится.